Слишком медленно, Амисия. Как ты будешь следовать за лордом на охоте? Ты только для этого меня готовишь? Следовать за кем-то? Я обойду всех и умчу вперед, а они будут глотать пыль. Но для этого мне понадобится хорошая лошадь. Ты столько просила об этой прогулке. Почему именно сюда? Дерево. Какое дерево? Отец, яблоня. Я хочу еще раз пройти рыцарское испытание. Испытание. Ты знаешь, но тебе уже не 10 лет. О, пожалуйста, папа, я столько тренировалась. Ладно, идем. Взгляни-ка на Лио. Красаги ей не рвется в бой. Все его рвение объясняется голодом. Значит, у вас есть что-то общее. Да ты дерзишь. Давай, мальчик, ты найдешь добычу, я в тебя верю. Не слишком-то надейся. Идем, мы ненадолго. Смотри, Леночка, твоя мать еще здесь. Здесь я сделаю ей предложение. Да, папа, знаю. Жаль, она не смогла пойти с нами. У каждого свои обязательства, Амисия. Ты знаешь, в семье... Эй, вообще-то я разговариваю. Ха, твоя воля закон, шевалье де Рун. Вперед! И добудь, наконец, что-нибудь. Так, что я говорил? У всех свои обязательства. Я распоряжаюсь этой землей. Твоя мать заботится о твоем брате. А ты... Я тебя так мало вижу. А с мамой мы видимся и того реже. Послушай. Мы здесь ради тебя. Так что за мной, дочка. Эй, подожди. Надеюсь, прощаю тебя с собой. Конечно. Ну, давай. Осмелишь ли ты войти во врата испытания? А миссия де Рун не ведает страха. Эта яблоня была посажена в день твоего рождения. Она покажет, чего ты стоишь. Доблестный рыцарь, каковы условия испытания? Священные яблоки со священной яблони отравлены великим злом. Если уничтожишь 6 отравленных яблок, пока я считаю до 10, я посвящу тебя в рыцари. Я принимаю вызов. Рядом со стволом есть камни. Сходи за ними. Скажешь, как будешь готова. Я готова. Я докажу, что я уже не дитя. Тогда возвращайся. Становись за черту. Стреляешь отсюда. Слушаюсь. Что ж, начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Давай, Амисия. 6. 7. 8. 9 и 10. Ну что ж, признаюсь, я впечатлен. Но твоя проща чертовски шумная. Но это же подарок твой. Ах да, я совсем забыл. Интересно, что это с ним? Наверное, учуял кролика. За ним, быстрее! Беги вперед, я следом. Мне все равно за тобой не угнаться. Лио, подожди меня. Лио, охотничья собака не должна терять охотника. Лио! Куда он делся? А, вот ты где! Что ты унюхал? О, боже! Кабан? Ты мой хороший мальчик! Амисия, он что-то нашел? Чш! Смотри, вон там! Кабан! Дичь! Ее хватит на небольшой пир. Попробуй попасть из прощи. Должно сработать. Только подберись поближе. Если пригнешься,
то сможешь укрыться в траве. Он пьет. Пора действовать. Нет, он меня заметил. Подберись чуть ближе. Нужно попасть в голову. Осторожней. Нужно попасть ему в голову. Я стараюсь. Я хочу, чтобы у нас был пир. Я знаю. У тебя получится, дорогая. Вот так. Прячься в высокой траве. Пригнись. Отличный бросок. Ты всегда так метко бьешь, когда голодная. Ха. Рано радуешься, твой пир убегает. Нет, нет, нет! Вперед, Лио! Не потеряй след! Обещаю, сегодня нас ждет королевский обед! Нисколько в этом не сомневаюсь. Не сдавайся, Лио! Я иду, Лио! Не дай ему уйти, и тогда получишь кусочек! О, нет! Я здесь завязну! Он замолчал! Видимо, нашел его! Штаны были почти новые. Кое-кому это не понравится. Деревья? Что здесь произошло? Лио! Ко мне! Это кабан? Но как? Лион не мог сделать такого? Лио! Ко мне! Лио! Лио! Я здесь! Я иду! Моя собака! Кто это сделал? Нет. Надо идти. Нет. Немедленно. Нет. Я организую охоту. Ты найди мать. Передай, что мне нужно с ней поговорить. Она, наверное... Заботится о Хьюго? Да, конечно. Амисия. Он был хорошим псом. А где заклепки, чтоб двери крепить? Я пока не успел их сделать. Ты слышал, что англичане уже близко? Добрый день, леди Амисия. О, леди Амисия, как ваша прогулка? Не сейчас, Флора. Скажи остальным, чтобы не ходили в лес до особого распоряжения. А, хорошо, я всем передам. Избавь нас от зла. И даруй нам здоровье, и отведи чуму от дверей наших. Позаботься о Лио, пожалуйста. Он заслужил место подле тебя, даже если иногда он озорничает. Прощай, мой милый пес. Надеюсь, матушка не сильно занята. Радость будет недолгой.
Дожди уже уничтожили посевы. Люди умирают. Габриэль, матушка наверху? Да, она ночевала там. У малыша опять случился приступ. Это верно. Значит, она не в настроении. Да, леди Беатрис, будет сделано. Луис, ты была у мамы? Именно так. А вы хотите ее видеть? Это важно. Приказ отца. О, если так, мне нужно закончить уборку в вашей комнате. Кстати, я кое-что оставила для вас на постели. Посмотрите, если желаете. А, спасибо. Мама? Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Я знаю, но в лесу на Лео кто-то напал. Милая, я бы послушала о твоих приключениях, но у меня совсем нет времени. Но это правда. Лео лежал на земле, и потом его... Чш! Останься с братом. Почему? Что происходит? Закрой за мной дверь. И даже не думай открывать ставни, что бы ни случилось. Но Хьюго... Он не заразен. И я понимаю, что ты едва знаешь его. Он будет хорошо себя вести. Поверь мне, Амисия. Да, мама. Все эти зелья... Матушка, сможешь ли ты однажды исцелить его? Где он? Хьюго! Это я. Твоя сестра, Амисия. Привет. Не часто мы с тобой видимся. Мамочка скоро вернется. Давай, вперед! Он заговорил? Нет, лорд Николай. Он убил двоих наших. Где он? Я повторять не стану. Где твой сын? В надежных руках. Обыскать дом. Это мама? Мальчик ценен, брать его живым. Хьюго, ко мне. Что происходит? Я знаю, что ты здесь, сучонок. У меня нет времени на эти игры. Где они их запрятали? Идем, сейчас. А где мама? Где ты, Хьюго? Не высовывайся. Хьюго, это я, Габриэль. Иди ко мне скорей. Эй, ты! Какого черта ты делаешь? Идем. Мальчишка, а? Оставьте его. Заткнись. Он принадлежит инквизиции. Он просто дитя. Вы сошли с ума. Габриэль! Миссия! Шш! Нет! Ея! Я... Умри, тварь! Будет тебе уроком. Нет, умоляю вас. Хьюго здесь нет. А ты стой нахер! Идем. Что тебе, мать твою? Отвечай. Где Хьюго Дарун? Амисия, что происходит? Мама, мне нужно найти маму. Она знает, что делать. Господи,
Луиза! Эй, ты! Думаешь, весело мне туда-сюда носиться? Мистер! Умоляю! Меня рад, что ты можешь идти. Не смотри! Нет! Нет! Амисия, нет! Нам нужно идти дальше. Смотри, меня делать тебе больно! Я не знаю. Я только стираю белье. Слушай, даю тебе последний шанс. Скажи, что ты знаешь о записях твоей госпожи. Если бы и знал, ничего бы вам не сказал. Принц Беатрис, светлая душа. Ладно, давай смотреть остальные комнаты. Кончайте с этим. Так-так-так. И куда это мы собрались? Мои дети. Что происходит? Все будет хорошо. Слышите? Идем. Хьюго, возьми сестру за руку. Я пойду первая, а вы следом за мной. Понятно? Нам придется пройти через сад. Амисия, держи брата за руку и следуй за мной, молча. Ясно? Да. Да. Стража, следите за выходом! Они повсюду! Доверьтесь мне! Прячемся в траве, они нас не заметят. Подожди! Мамочка! Шш. Эй, тут еще один! Кто этот? Садовник! Он знает семью! Говорит, дети росли у него на глазах! Да, малыш очень любит цветы. Я часто приносил ему. Цветы? Нам нужно не... Получилось! Шш, прячьтесь! Я работал здесь всю свою жизнь. Они мне как семья. Я вам ничего не скажу. Идите к черту! Ах так, ты первый! Слушай, ты маленько подумай, а я зайду попозже. А ты? Не смей умирать, у нас с тобой еще разговор. Ублюдки! Трусы! Нам надо на ту сторону. Амисия, помоги ему. Я тебя подсажу. Спускайся осторожно. Ничего бы этого не было. Там только Роберт и Рутер крестьян. Долго еще? Осторожно. Нас заметят. Нам нужно уходить. Если я попаду по шлему в ящике, твоя праща нас выдаст. Я могу просто кинуть камень. Что там за звуки? Отлично, вперед! Голова! Дыши, Хьюго, как я тебя учила. Что с ним такое? Его болезнь пробудилась. Нам нужно спешить. Ну, и где парень? Прячется. Но капитан Николай его сейчас выследит. Он правый, вот это был. Вперед! Я проверю. Возвращайтесь живыми, вы нам нужны здесь. Мама! Может прибросить один из этих горшков? Серьезно? Шум отвлечет его, и мы проскользнем у него за спиной. Хорошо. Здесь ничего. Хорошие новости. Слушай, я вас... Шум. Что там творится? Идем. О, нет, нет, нет. Тише. Тише меня за руку. Она заперта с той стороны. Мама, с
стене дыра. Да, Хьюго, прости меня. Я знаю, что тебе страшно, но если ты пролезешь через эту дыру, то сможешь открыть нам дверь. Кроме тебя с этим никто не справится. А что там? Просто открой дверь. Ты храбрый мальчик. Ты каждый день это доказываешь. А миссия отпустит твою руку. И ты быстро туда залезешь. Хорошо? Ладно. Будь сильным. Молодец. Там люди. Возьми меня за руку. Давай. Стоп. Крики о пощаде не заставят тебя бежать быстрее, парень. Подожди, я иду. Амисия, в следующий раз помоги ему. Прости, я... Боит мама. Что с ним такое? Приступ. Слушай меня, Хьюго. Ты знаешь, как это бывает. Глаза, моя голова. Слушай меня, дыши. Представь себе облако. Ты вдыхаешь его и выдыхаешь. Вдох, выдох. Вот так медленно. Мама, нам нельзя здесь оставаться. Подожди немного. Тебе лучше, Хьюго. Я думаю, да. Что ж, надо идти. Смелее, милый. Все в порядке, Хьюго? Да. Оп, вот так. Спасибо. Теперь можно идти. С Хьюго это слишком рискованно. Он медленнее нас. Там горшки. Я могу пройти. Отвлечь стражников. Одна? Да. Так у вас будет больше времени. Я скажу, когда вам надо идти. Будь очень осторожна. Нужно прицелиться. Маме с Хьюго нужно время, чтобы пробежать. Что там за шум? Нужно их позвать. Эй, сюда. Мы идем. Ну же, поторопитесь. Молодец. Ворота сада. Мы сможем отсюда выбраться. Остался один стражник. Чучело. Моя старая мишень. Но он подойдет сюда. Да, но мы можем подождать, пока он уйдет. Ладно, предоставьте это мне. Этот шум. Вроде как оттуда. Уходи! Проваливай отсюда! Ладно. Быстрей! Вы живы? Сюда! Сюда! За мной! Милый мой, сюда, прячься быстрее. Госпожа, он здесь. Амисия,
Ты должна отвезти брата к Лаврентию. Доктору? Да. Он помогал лечить Хьюго. Он присмотрит за вами. А как же ты? Ты должна ты пойти с нами. Ты справишься без меня, миссия. Ты... Но ты нужна нам! Нужна! Быстрее! Идите вдоль реки. Она приведет вас к Лаврентию. Сейчас же! Сестру убей! Мальчишка, сзади ее! Сюда! Что такое? Где мама? Хватай! Она позже догонит нас! Беги! Как можно быстрее! Осторожней, мать вашу! Семья Дрозы! Алисия! Семья Дрозы! Не останавливайся! Они нас догоняют! Почему все трясет? Вперед! Вперед! Не сворачивай! Куда мы? Мама не сможет нас найти! Просто беги! Анисия, надо вернуться и найти маму! Они не должны! Они не должны нас поймать!